Быть ярче безопасности ради, призывает госавтоинспекция пешеходов. С ними в этом году произошло почти 900 ДТП. В них больше 800 человек были ранены, 89 погибли. Риск аварий повышается с наступлением темноты и в плохую погоду. Не на руку водителям и любовь горожан к темной одежде. Таких пешеходов видно всего за 20 метров. Тогда у того, кто за рулем, остается чуть больше секунды, чтобы избежать ДТП. А вот ярких пешеходов со светоотражателями в одежде водитель заметит метров за 200. Не торопись, засветись! Это и название флешмоба, и его главная мысль. А сделать акцию запоминающейся помогли виртуозы казачьей шашки. Для флешмоба оружие модифицировали, и оно тоже стало ярким с помощью светоотражателей. Они же, но на одежде, могут спасти вам жизнь на дороге. Я не считаю, что эта штука бесполезная. Но она помогает видеть пешеходов в ночное время, когда совсем темно и нет фонарей. Сотрудники ГИБДД напоминают, такие элементы не украшения, а залог безопасности. Внесены изменения в правила дорожного движения, касающиеся в части обязанностей пешеходов, где им предписано в обязательном порядке использовать световозвращающие элементы в темное время суток вне населенных пунктов. Флешмоб в Самаре собрал 80 человек. Такие же акции прошли в Сызрани и Тольятти. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.